Пожалуйста. Похоже, в прошлом остались времена, когда на встречах монинцев с руководством района в зале зашкаливал градус недовольства качеством жизни в легендарном городке авиаторов. За последние годы многие давние проблемы решены, поселение развивается. Прежде всего, благодаря губернаторской программе восстановления бывших военных городков, по которой меняются изношенные коммунальные сети, делается благоустройство, ремонтируются социальные объекты, асфальтируются дороги. И внимание областного руководства к делам Монина не уменьшается. Об этом рассказал жителям глава района Алексей Валов. То, что губернатор влияет на ситуацию в Монино, могу сказать по одному факту. На встрече с ним я обозначил круг проблем по Монино. Основные проблемы были это музей, передача зданий для летной школы первоначальной подготовки имени Покрышкина, аэродромная дорога, ну и земли, которые мы никак не можем вот на данный момент получить в муниципальную собственность. Реакция была незамедлительная. По музею принято решение, он окончательно остается здесь. По всем остальным вопросам все находится в стадии разрешения. Летная школа здесь остается. Ей выделяются дополнительные помещения. Она будет, наоборот, увеличиваться. Я просил губернатора, сказал, Андрей Юрьевич, дело в том, что здесь, в Монино, элита живет ВВС. Получил согласие, что она останется. Вопросы жителей действительно изменили тематику. Теперь их можно охарактеризовать так. Стало хорошо, а мы хотим сделать жизнь в Монине еще лучше. В Щелково сейчас внедряют раздельный сбор отходов. Когда планируется в Монино вводить такие же отдельные контейнеры для отходов? Если есть посыл, и люди понимают, что они готовы к тому, чтобы у вас был раздельный сбор мусора, а у нас по нормативу 1 января 2019 года это должно быть сделано, значит, это должно быть сделано. Все, что сказал губернатор, должно быть сделано. Первый зам главы администрации Щелковского района Наталья Тамбова тут же уточнила, что все 18 площадок в Монине будут оборудованы под систему раздельного сбора отходов в августе-октябре. Встреча с жителями городского поселения Монина прошла в актовом зале школы номер 1 имени Фалалеева. Традиционное место для таких мероприятий – Монинский дом офицеров. Гостей принять не может, он находится на реконструкции. Он меняется, как и все Монино. А следующий в очереди на ремонт именно этот старенький школьный зал, и об этом тоже сегодня было сказано на встрече. Вот эта школа, в которой мы стоим, наконец-то в этом году будет отремонтирована, да, Ольга Владимировна? Крыша уже над этим зданием и кровля над спортзалом старого здания. В следующем году я вот обещаю, что выделим 1 000 000 рублей на ремонт этого зала, чтобы привести его в порядок. Монино сохраняет статус одного из регбийных центров страны. Возобновилось замороженное на много лет строительство стадиона, а школа ВВА Подмосковье продолжает готовить кадры для спорта высших достижений. В этом году у нас 7 человек наших воспитанников получило заслуженных мастеров спорта. На днях, значит, наши ребята, наши с вами монинские, не только, да, стали победителями девочки спартакиады, всероссийской спартакиады молодежи. Ребят стали третье место. На встрече поднимались вопросы о вырубке деревьев под парковку, о благоустройстве дворов, о программе капремонта домов, о создании новых рабочих мест. И здесь стоит сказать, что есть все-таки в поселении проблема, которая решается сложно. Это земля, большей частью остающаяся в ведении Минобороны. Поэтому ни построить что-то для создания рабочих мест, ни оформить собственность имущества, ни дороги откадастрировать. Глава поселения Михаил Зубков рассказал, что регулярно бывает в правительстве по вопросу передачи земли. Подвижки есть. Данный участок, на котором мы находимся, это 701 участок, весь гарнизон, левая сторона, по сути дела, когда мы въезжаем, значит, был подписан приказ в прошлом году Министерства обороны, и мы сейчас подписали акт передачи земельного участка в нашу собственность. Сейчас документы находятся в кадастровой палате для того, чтобы зарегистрировать этот участок. Далее есть информация. Вот, подписан уже закон президентом Российской Федерации о передаче неиспользованных земель Министерства обороны, собственность городских и сельских поселений, а также регионов. Областной депутат Иван Жуков предложил вопрос по передаче монинских земель в муниципальную собственность оформить как наказ губернатору. На то, что совместными усилиями он будет решен, надеется и глава района. И городское поселение Монино получит новый импульс для развития. Сейчас будем дальше работать, сделаем запрос для наказа избирателей губернатору Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. А он у нас же активный такой. Я думаю, что у него всегда найдется время и возможности, чтобы этот вопрос решить положительно.
Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».